Сейчас хочу вам показать, как я рекрутирую. Вот смотрите. Так, это не то. Захожу я в Одноклассники. Вот смотрите, видите? Моя страница. Оповещение. Вот люди, которые добавились ко мне в друзья. Нека. Так, вот Ашур Мамадова, Белкина Светлана, Рапия. Там еще девчонки есть, которые добавились ко мне в друзьях. Вот смотрите, еще здесь тоже пишут. Теперь вы в друзьях. Теперь вы в друзьях. Видите, вот. И этим людям, которые добавились ко мне в друзья. Вот пример, да, вот где, вы видите, вчера добавилась ко мне в друзья. Я ей написала голосовые. Одно голосовое о том, что зашла я в ее профиль, посмотрела фотографию. Вот. И тут написано «Крылатские холмы». Я поняла, что это близко от моего дома, потому что я тоже в Москве живу. Крылатские холмы – это тоже западный округ и недалеко от меня. И я с ней завязала первую беседу о том, что она тоже недалеко от меня живет. Спросила, она точно там живет? А второе голосовое сообщение – это я предложила свой вариант работы. Я прям зачитала. Я сказала, не знаю, если слышно будет. Евгения, смотрите, что я еще хотела вам сказать. Дело в том, что я домохозяйка, работаю, ну, работаю дома, работаю через интернет, работаю на себя, так как у меня свой интернет-магазин, я индивидуальный предприниматель. Мне работа моя очень нравится, ну, работа перспективная, но работы много, и поэтому постоянно расширяемся. Вот я и решила подыскать среди знакомых человека себе в пару, ну, так сказать. По фото вы мне очень понравились, и решила, думаю, дай предложу, а вдруг в точку попала. Поэтому, если вам интересно предложение по удаленке, ответьте, пожалуйста, и я вам расскажу подробно. Вот. Если слышно было, то здорово. Вот такие вот сообщения. Потом дальше смотрю, что я делаю. Захожу уже в профиль еще раз к этому человеку. Захожу, вот у нее 58 друзей. И смотрю уже, кто друзья. Вот смотрите, девушка Петра, она живет в Москве. Закрытый профиль. Последний раз в 2019 году. Ну, пока не надо с ней дружить, пока, потому что она давно не заходила. Нам нужны свежие. Анастасия Зимина, 9 февраля, ну, активный. Вот, смотрю, работала связь строительства, синергия, училась синергия, работает Левка Банк, в банке работает, видите, банковский работ. Добавляю, приглашаю в дружбу. Дальше, захожу к ней написать, и вот это же сообщение отправляю уже ей в голосовое сообщение. Если я сейчас просто сделаю это голосовое сообщение, ну, наговорю, то не будет слышно. Поэтому вы до этого уже слышали то сообщение. Дальше. Выхожу, отправила ей, да? Захожу. Дальше. Анастасия Ларионова. Заходила вчера. Значит, активный аккаунт. 49 лет. В Москве живет. Приглашаю в друзья. Вот, пока сообщение ей не буду отправлять, потому что она сообщение, вот видите, красным, сообщение она не получает, потому что получает только вот друзей, закрытый профиль. Дальше, Валентина, смотрю, тоже активный профиль, приглашаю в друзья, ей можно писать, вот ей тоже голосовушку сделаю. Короче, вот так вот я ищу людей и через знакомых знакомых. Добавляю друзья, те, которые добавляются, уже иду по им знакомым. И вот так вот идет процесс.